вернулся я из пасмурной Греции, солнечный Стокгольм. Здесь тоже, в принципе, пока мне не было, все зазеленело, видите, да? Все зелененькое стало, немножко меньше, чем в Греции, но достаточно зелено. Вот. Сейчас я еду за машиной, сажусь на машину и продолжаю путь на объект базы. Еду на объект база. Но сегодня, видите, я не за рулем. Мне дали молодого, неопытного водителя. Вот. И я тут совмещаю по дороге на базу, провожу обучение этого водителя. Немножко так это тревожно, конечно. Весь в напряжении еду. Вот. Не могу отвлекаться. Видите, дорога узкая, машин навстречу. Вот. Поэтому пока прерываюсь. Вот, практически уже прибыли на место. Проезжаем ранчо. Ну все, можно расслабиться, как бы водитель себя оправдал. Поставим оценку удовлетворительно. Вот. Хотя нет, еще не доехали, мало ли, что тут дорога такая сложная, там, видите, обрывы опасные. Водители очень так это, ну, осторожно едет на небольшой скорости. Резкие повороты, может, встречная машина, а тут двум машинам сложно разъехаться. Поэтому я еще пока в напряжении. Сегодня закончил пол на втором этаже. Вот он, пол второго этажа. Ну, тут еще будет убрано как-то по-другому. Вот кровать широкая стоит уже. Вот. Там будут потом из тех досок такие в нише ящики выдвижные. И здесь по краю будет еще дорабатываться. Сейчас я покажу, что там дорабатывается. Вот. Будут заграждения такие, чтобы человек не падал. И, соответственно, внизу там пойдут плинтуса. Ну, пока вот, пока основной пол. 2 недели я отсутствовал дома. И вот вышел на очередную прогулку. Смотрите, когда уезжал, эти деревья, это японская сакура, они еще не цвели. И вот сейчас они уже не то что цветут, а уже начинают отцветать. Они у нас растут тут в разных районах, ну, в частности, на кладбище, по которому я сейчас прогуливаюсь. Вот, пойду сейчас вокруг озера пройдусь, посмотрю, что тут изменилось, посмотрю, как идет строительство на кладбище. Как раз вот сейчас в ту сторону сверну и посмотрим, насколько за 2 недели оно продвинулось. Да, заметно продвигается, заметно. Вон там двое рабочих ковыряются. В этом месте будет типа такой бассейн или озеро искусственное. Справа я вижу, там уже типа ступеньки сделали, где можно будет сидеть загорать. Вот здесь я вижу ограждение, его не было, забетонировано уже. Значит, что, там уже все ямы, которые копали под коммуникации, засыпаны первоначально. И вот я смотрю, черный грунт, это значит уже под посадку травы. Так, здесь уже вроде выложили камнем одну из дорожек. Да, точно. Ну, то есть двигается. Вот видите, тут везде подземные коммуникации, электричество, вода, все проведено. Сейчас посмотрим. Да, я уже вижу, выложили дорожку каменную новую. Ну, за 2 недели, я бы сказал, значительно продвинулось все. Значительно. Вот, видите, как это кладется, похоже, так, на раствор, а потом промежутки засыпаются щебеночкой. И вот, вот одна из таких дорожек уже сделана. Я не сразу обратил внимание, смотрю, тут у нас был асфальт, но немножко поуже, чуть-чуть поуже. Его уже весь срезали, сделали подсыпку, мало того. Здесь фонари стали, неплохие фонари, в принципе. Их тоже убрали, поставили
новые основания, видите, бетонные. И вот я смотрю, проводка. Значит, какие-то новые фонари здесь будут стоять. Хотя и старые были неплохие. Так, я сразу не обратил внимания, асфальт-то срезали. Ну вот, щебеночка. Пошире сделали теперь дорожку, это она будет шире. Ну, здесь ничего не изменилось. Так, утки тут позаселялись, это же свежевыкопанные озерца. В прошлом году их выкопали, тут такие поставили площадочки. Так, а вот эти два куста первый раз цветут. Оказывается, это сакура. Интересно. Это сакура. Вот это змеиное логово. Так. Видите, тут кто возится у нас. А, это для лягушек они сделали. Не только для змей. Вот эти вот, видите. Вон они. Это для лягушек, оказывается. Потому что они это... Вот, называется ванлик падда. Обычная лягушка. Потому что они приносят пользу. Наверное, комаров едят. Вот. Поэтому у нас и комаров тут мало. Что за лягушками ухаживают, можно сказать. Создают им условия для комфортной жизни. Чтобы было где им жить. И, соответственно, комарам питаться. Им тут хорошо, тут болотистое место. Поэтому комаров тут всегда должно быть, по идее, много. Присяду здесь на несколько минут. Вот. Искусственно выйти вырытые такие озерца. Да что, для того, чтобы посушить вот эту территорию, тоже искусственно. Вон там цапли какие-то уже ходят. Вот, соответственно, тут будет более облагорожено. А вон там еще поставили тоже доску какую-то с информацией. Потом надо будет прочитать. Сейчас посмотрел на температуру. 20 градусов показывает. В Греции уезжал было... 20 пасмурно и дождливо, а здесь 20, чистое голубое небо надо мной, солнечно, а на солнце даже и припекает. Теоретически я сейчас мог бы загорать и здесь, даже лучше, чем в Греции. Купаться и там было холодно, я думаю, вода здесь примерно такая же, как и там. Вот, тем более на проливе она как бы быстрее должна нагреваться. Вот. Так что, но все равно я не зря съездил, конечно. Вот. Смена обстановки, впечатлений там то да сё. Но получается, что у нас как не хуже, чем Греция, а даже, можно сказать, по количеству солнца сейчас и лучше. В общем, как я понял, тут все для лягушек. Видите, тут они, оказывается, и размножаются. Им даже условия для размножения сделали. Для игр и размножения. То есть они тут это играют, у них вот эти озера лягушачьи, значит, получается. И это... Им тут все 33 удовольствия. Вода, развлечения, пища. Вот, смотрите, как красиво здесь, хорошо. Оказывается, вот это лягушачьи озера. Вот. Ну и птицы, конечно, зашиваются. Ну, сейчас в Одессе это еще прочитаем, что пишут. А, вот новые мусорники установили. Ага, их не было. Так, да, вот, все про лягушек. Про лягушек, стрекоз. Ну, вот здесь вот на водопой ходят эти... Так, видно палец мой. Вот. На водопой ходят раёры, всякие какие-то еще другие звери. Стрекозы, паучки. Вот, ну-ка, как они, скреддери. Водяные паучки, скреддери. Оказывается, называется. А это тролль Сленда. Стрекоза. Тролль Сленда. Я даже не знал этих названий. Вот. Мусорник, видите, опорожненный. Хорошо. Здесь для курильщиков специально сделали, чтобы не бросали это самое, бычки сюда.
Но у нас тут курильщиков практически нет. Я вообще в последнее время не вижу курящих людей. Если увижу, значит поляки. Вот, строители поляки, они все поголовно курят. Прохожу мимо лодочной стоянки и с удивлением вижу, что еще не все лодки спустили. Пока их продолжают спускать, ну, казалось бы, уже, ну, месяц уже точно можно было спускать на воду это. Но, видимо, это некоторые, видите, еще подготавливают, вон там что-то шлифуют, подкрашивают. Вот. Ну и потом, наверное, тут распорядок определенный, очередность какая-то соблюдается, чтобы не все одним скопом. Здесь все-таки один трактор работает, который все это перевозит на воду. Да, сегодня работа здесь идет. Немножко они их опускают. А вон стоит трактор, видимо, готовится к очередной погрузке. Но сейчас обеденный перерыв, судя по всему. Здесь обеденный перерыв соблюдается четко. Все бросается минута в минуту, и работники имеют право на отдых полноценный. Когда человек хорошо отдыхает, он хорошо работает. И перерабатывать не рекомендуется. Потом не будет сил продолжать полноценно от души работать. Это я могу иногда перенапрягаться, когда слишком увлечен. Могу и про еду забыть, и про отдых. Вот. Но у меня другой совсем, у меня же нет ежедневной работы. Я работаю по вдохновению периодически. Подойдем сюда на такое. Это тоже место спуска лодок, ну, небольших лодок. Тут, в принципе, люди своим ходом подъезжают с небольшим прицепчиком, с небольшой лодочкой. Вот сюда ее прямо спускают на воду. Ну, вот в этом году притащили дополнительные, видите, парковочные места для лодок, такие плавающие понтоны. Вот, их еще не рассортировали, потому что лодок с каждым годом становится все больше и больше, а мест уже стало не хватать. Вот с этой стороны клуб этих лодочников разных, канойщиков и байдарщиков и разных других. Вот, им, смотрю, тут причальчик этот обновили, да, новые досочки постелили. Но этот еще не обновлялся, но он еще в отличном состоянии, его еще рано. Произошли изменения на пляже. Видите, вытащили эти самые мостки. Вот там даже с перилами мостки. Здесь такие ограждения поставили. Вот. Так, еще пружинную доску там не поставили пока. Но зато вот уже все эти спасательные средства в полном комплекте. Флаг такой стоит красный, который говорит о том, что нежелательно сейчас купаться, холодно и ветрено. Кафе у нас работает уже круглогодично, там даже зимой посетители приезжают. Песочек привезли, ага, вижу песочек. Туалеты поставили, а, вон она, даже туалеты поставили. И песок, значит, скоро песок разровняют здесь, и все. Новый купальный сезон будет открыт. А бобры так и продолжают наглеть. Видите, как они обгрызают даже пни. Вот такие огромные пни обрезают бобры. Я это раньше с дуру не понимал. О, я думаю, это какой-то маньяк тут ходит по ночам. Это, оказывается, бобры.
Они тут живут. Им специально вот так вот, видите, спиливают ветки, когда бросают сюда ближе к воде. Они тут устраиваются на постоянное место жительства. Потому что уже у нас борьба за экологию. Все животные и всякие паразиты имеют право на жизнь. И комары, и лягушки, и бобры тем более. И вот все вот так вот, видите, здесь валяется для того, чтобы они себя вольготно чувствовали. В этих гнилых пнях тоже всякие размножаются полезные животные лесные. И это специально оставляется для них. Вот именно в гнилых пнях, в стволах они вольготно себя чувствуют. Дошел я до дальнего пляжа, здесь смотрю машина, вот он разгрузил, видите, три туалета поставил, два обычных, один для инвалидов, видите, закрывает задний борт. И сейчас он пройдет немножко вперед, на этом же пляже будет еще три установлены. Вот, то есть они сегодня прямо конкретно занялись этим делом. Так, на спортивной площадке, на удивление, никого нет сегодня, обычно, ну, 2-3 человека уж приходят сюда, тут что-то совсем расслабились. Пора уже мне начинать. Да, наверное, сейчас посижу немножко, позанимаюсь. Открою сезон. В этом сезоне я еще спортом здесь не занимался. Видите, уже вытащили эти лесенки. Ну, не лесенки эти, как называются. Дорожки. Плавающие дорожки. Вот. Для волейболистов еще не повесили сетку. Ну, видимо, даже, может, сегодня повесят. Так что вот сезон уже, можно сказать, открыт. Здесь работник. Здесь работник поэтапно спускает трап, последний уже трап на воду, по которому люди будут летом заходить. Видите, у него такие специальные колеса. И вот он один так работает. Молодец. Один справляется. Здесь, если человек занят каким-то видом труда, то он является профессионалом. И используйте как можно меньше людей. И насколько можно, возможно, механизмы различные или приспособления. Вот. Ну что, пройдемся еще этой тропиночкой и развернемся в обратную сторону. Я сегодня уже в свои 5 километров прошел. Впервые за 2 недели. А, нет, я же на Крите ходил пешком тоже много. Я имею в виду здесь у себя. Здесь у себя еще не ходил. Вот. Фух. Тут увидел. Вот на пригорке соорудил такой столик. Интересно. Сейчас его запечатлею. Интересная конструкция. Это, наверное, эти лесники, которые здесь подрубают деревья для себя, может, даже.
перерывах сидеть и это обедать. Видите, как очень просто ствол распилен пополам, и из него вот так вот сделано. Надо взять на вооружение. Просто и дешево и надежно. Фух.